подар. Ну? Короче, завтракаем. Что, друзья, всем привет. Сегодня, короче, находимся в лесу. Сегодня уже 2 июля. На вот такой речке. Решили просто порыбачить. Развели костерок. Вот такой. Ну, как-то так, друзья. Сейчас чайку попьем. Вон там вон река основная. Вот так вот. Короче, у меня опять беда. Сломал весло. Пластик. Сейчас пойду попробую достать его. Пойду достану, попробую. Ребятки, вот комаров. Мало комаров вообще. Комара немного. Как бы сильно не мешает комар. Вот какая-то непонятная лодка стоит. Здесь вот непонятно, что у нас тут. Водичка мутная какая-то. Какие заторчики здесь. Ремень забыл одеть. Вот, наслаждайтесь природой вместе с нами. По планам у нас путешествие дня на 3-4. Я думаю, вам должно понравиться. Покажу много интересного. Возможно, избушки покажу. Какие тут есть. Вот. Ну все, друзья, давайте. Друзья, смотрите, вот такая вот лужица. Метров 15 длиной и шириной метров, ну, около 10. И вон гальяны прямо ходят. Вот, вот прямо видно, что ходят. Может, увидите. Вот стоят гальяны прямо. Прям вот толпа прямо их стоит. Видите, тут это кругляшки. И вон там, возле берега, вон там все кишит, короче, гальяном. Во, прям вот здесь вот все ходят. Да, вот здесь вообще гальяны, на удочку бы прикольно было половить. А вон там крупные, смотри какие, а. Там он сантиметров по 10. Да. Тут бы корчашку сейчас. Это разве комары, друзья? То ли дело. Сочи. Вылетит комарик. А здесь хрень полная. Это разве комары, ну вот черт, на руку сели и толку никакого нету. Не кусаются. Так только чуть-чуть пальчиками их давишь. Ну что, друзья, весла так я и не нашел своего обломка в воде. Ну и что, спиннинг покидал, короче. Щука прыгала в одном месте. Ну что-то ничего не взялась. Ну там мелководье, может быть, ушла быстренько. Сейчас вот сижу, перехожу с одного места на другое. Думаю, посмотреть там, что может будет в заводях. Вот. Комаров, можно сказать, нету. Можно сказать так, что нету. Не комар. Нету комаров. Абсолютно нету. Почти не летают. Ё-моё, что тут? Обычный сибирский утренний день, часов, наверное, 10-11 час уже. Поднимались по речке, короче. Прошли через офигенно большой затор. Там осина такая. Но я бы ее один не обхватил.
Прям хорошая такая. Ну и уже топляка туда наплыла. Вот. Сейчас вот возле такого озерочка нахожусь. Тут, короче, это. Карасики плескаются. Ладно, все, дальше будем снимать потом. Вот, друзья, короче, походу медведь ходил. Борозда. Здесь вот тоже. Продолжаем двигаться. Посмотреть, что дальше будет. Ладно, выключаемся. Медведь, ага. Медведь. Смотри, вот здесь траву же вот он заходил. Видишь, вот. И вот сюда потом пошел. Смотри. Но это не человек нихуя, значит. Все, вот по дороге. По дороге сначала думали, человек шел, а потом. Во, видал прям? Во. Во, вот так. Широкий. Да, смотри, вот видно прям так. Ага. Во, видал? И здесь вот он ходил. Вот здесь вот он ходил. Ага. Интересно, когда, блядь? Ну трава завяленная уже. Здесь вот он ходил. Вон там, наверное, копал что-то. Муравейник, что ли? Вот, ребята, медведь покопал. Жрать то надо, голодный. Да. Как думаешь, далеко он ушел? Ну это слава богу, что медведь, а не человек. Вот еще накопал, ага. Вот еще накопал. Ну следочки. Следочков не видать. Ну, друзья. Вот еще, смотрите, покопал. Да, ну следа не видать, какой. Вот еще накопал, понял. Ну тут походу надо это одевать. Вот, видать, следок, смотри. Во-во-во. Вот, друзья, видите, вот такой. Ну, муравейник это и. Ну что, можно идти наготове, ждать его. В принципе. Видишь, здесь порыл, вон он порыл. Ёбаный насос. Вот все, муравейники. Собаку надо было брать. Видите, друзья. Вот. Ладно, выключаюсь. Дальше будет больше. Подписывайтесь на канал. Все, друзья, пришли к такой вот избушке. Вот здесь генератор у них стоит под этим туалетом. По крайней мере, стоял года 4 назад. Сейчас стоит. Вот видите, друзья, у меня уже на канале есть видео с таким генератором. Вот такой вот непонятный. А, это склад у них. Склад. Ну просто, друзья, посмотрим сейчас, как люди живут зимой. Тут у них вот навес обвалился. Пришли в гости. Посуда нахуй, блядь. Да, посуды дохуя тут. Вот такие, друзья, дела у нас здесь. Матрасы. Да. Книги вот, интересно. Ковры, чё, кого, блин. Нары сделаны вот такие вот. Короче, здесь человек нахуй на 7, на 8, блядь. Вот. Цивильно. Выключатели, видите, сколько может. Видно, может, нет. Но дофига выключателей стоит. Такая же, блядь, изба, нахуй. Ну. Так же, нары такие же, нахуй. Чё, чай будем греть? Будем кормиться. Вот, друзья, земляника. Ещё не надо. Вот. Это. Вот об эту хуйню обжёгся. Это чё? Асот, нет? Нет. Борщ? Борщевик. Давно, друзья, я вам хотел вот это озеро показать. Оно вот длинное, примерно 0,5 километра длиной. Глубина тут 5 метров.
примерно, может, 6. Вот кувшинки вот такие вот растут. В тайге она, короче, растет, это озеро. Живет как бы. Смотрите, вот я стою. Вот это вот все дело, видите, как трясется, вот смотрите. Прям вся вот эта болотистая, эта ряска вся трясется. Я уже застревать начинаю как бы. Надо это как бы дело обходить. Пришел, короче, за чаем. Чай налить надо. Сейчас закипятим чая, попьем. Посидим, отдохнем маленько, обветримся. Ну и дальше двинемся. Лось, короче, ходит с лосенком. Ну, короче, хочем посмотреть, здесь можно порыбачить где-то. Где Вася говорит? Ну и медведь ходил, блин, жутковато. Муравейник. Так что долго не будем здесь задерживаться. Дальше покажем, что будет. Ну вот, друзья, экскремент медвежий. Уже зарос маленько, но ничего страшного. Друзья, вода вообще светлая, там песочек. А вот, короче, плотина бобра сделана, идет вон туда. И вот тут такие вот заводи. Вот. Бобры тут лазят. Да. Популяция бобра тут лазит. Если караулить бобра, теперь я знаю, где можно. Вот прям свежая плотина подделана, все свеже как бы. Можно здесь его караулить. Подошли вот к такому вот водоему. Короче, в тайге. А комаров по-прежнему мало. Бывает и больше. Я в нору в бобринную провалился. Охуеть. Нора, блин. Бобринная нора. Без слов, без комментариев. Все ясно. Кто понимает, тот понимает. Вот оно. А там уже прям рогоз растет. Нихуя, вон чурогайка отошла. Грамм, наверное, 200. Чё, будешь стрелять в дроби? А чё, на уху? Она может и крупная здесь стоять. Да она тут спокон веков нахуй живет. Пидерка, блядь, на гектаре. Чего бы ты ее оставляешь? Лосиный арахис. Да. Его поднимали на доплав был. Ага. Гена говорил Петру, схема-то, блядь, не один раз взрывали на. Ну-ну. Все, друзья, вот здесь щучина стояла. Килограмм 5 может. Ну, может, трешечка. В муте прямо. Сейчас проверим, что будет, не будет. Хер ее знает. Может и будет. Ага. Тукнула, блядь. Промахнулась. Ага, еще раз уебала. Мажет, сука, прикинь. Ну-ка, сейчас я ее попробую оттянуть. Мажет. Стучит, но слабо. Неохотно.
500. Сука. А вон Чебака сколько ходит там. Ёб твою мать, блядь. Вот она тут и караулит на выходе. Ну-ка, сейчас я попробую вот так в речку. Вон что, рогаечка маленькая ходит, даже две стоит. Такие грамм по 50, нахуй. А там вон Чебака прям вообще сколько. Ельцов, нахуй, в речке. Самой вон видно, вот, блядь, с дроби уебать. И собрать их нахуй на уху. Ага. Взялась. Сошла, сука. Видал, какой крокодил? Ого. Килограмма 3, нахуй, дялась. Реально, нахуй. Надо было... Видишь, я говорю, я слабо тащу. Ты видел ее вот здесь? Килограмм... Не подсек ты. Килограмма 3, ага. Она слабенько берется, я говорю. Килограмма 3. Ну, друзья, я думаю, вы видели ее. Камера снимала сейчас. Килограмма 3. Вот она сюда куда-то пошла. Блять, надо было стрельнуть, когда она стояла. Я сперва думал, бревно. Потом смотрю, исчезла. Ага, это Чебак был. Ага, я ее видел, вот реально килограмма на 3, нахуй. Щучка. Это нормально. Так может, если в чё-то и глушани ее, опять тукнуло, блядь. Слабо берет. Ну-ка, блядь, видно. Зубы болтаются, да. Сука, у меня крючок один залез. Но глаза не стало. Один глаз вытащила, нахуй. Будешь стрелять, если что? Давайте заглотимся, толку и накорвется. Ну такое ощущение, что она вот туда, вот в траву она ушла. Щурята стоят, вон видно, в речке. Травяной зацеп. Это у тебя блесенка такая? Нет, это рыбка силиконовая. Во! Ну, я говорю, что, блядь, это блесна, она металлическую, говорит, стукнет и выплевывает. А это, да, она похожа. Ну, это, блядь, пуля мяконькая. Сука, за траву цепляет, ёб твою мать. Куда-то съебалась, нахуй. Да здесь она стоит, здесь просто она намутила. Так, как жерлицей поиграть. А может, накололась, скажет, нахер я буду, блядь. Ну, скажет, может, ёрш был, ага. Чебака до хуя ходит. Чебака вон стоит его прямо. Я говорю, да и по лому, то он до хуя его ходит. Ну-ну. Мы сейчас бы сеть вот так уебал бы нахуй, блядь. Да? Да его набилось бы, ёбаный рот, нахуй. На 22 вот такую сетёнку, нахуй, блядь. Но? Блядь, куда же она отошла-то?
Надо, наверное, потопить ее, чтоб посильнее потонуло. Может, она вглубь ушла, да? Ну? Вода мутноватая сильно. Зацеп травяной. Бля. Ладно, покидаю почаще сейчас. Надо было хуякнуть туда. Она бы всплыла нахер сразу. Килограмма 3 точно она. Может, мне насадочку сменить? У тебя еще есть? Есть. Она подобная рыбка. Ну, блядь, посветлее надо. Нет, она подобная у меня. Просто у нее хвост двигается. Более... сильнее. Более сильнее, блядь, двигается хвостик. Блядь, раздражает. А? Раздражает. В смысле? Ну, щуку, может, вот этот хвост и раздражает нас. Может, болтается она, может быть, унибать. Сейчас проверим, что кого тут. Будет, не будет. Так. Вот это. Хвост видал? Это будет здорово, хвост крутить. Да. Но она и светлее. Рыбка. Это рыбка светлее, нахуй. Сейчас вот здесь стукнем. Сюда. А, блядь, через куст. Ладно. Да я уже наблатыканы этими закидами. Ее надо просто порезче было тащить блесну. Я, видишь, вяло тащил. Я не ожидал, что она прям тутукнет рядом тут. Но... я с глубины-то ее тащил, а потом перед берегом сбавил темп. А она бы ходом дукнула. Ну, видишь, на третий раз я ее увидел, она так бух, она у нее вылетела со рта. Видать, накололась хорошо. Ладно, сейчас вот сюда шмальнем ее. Хорошо крутится она. Ну?
Ну-ка, в ручей. Да я говорю, она, наверное, накололась и съебалась по-быстрому. Сейчас, смотри, будем топить. Вот еще не на дне. Еще не на дне. Вот упала. На дно. Далка. Видишь, как, блядь, заебись. Привлекает ее, блядь, раздражает. Должна тут быть, да, может, и не одна, нахуй. Да, конечно, вода вот что-то мутноватая просто. Ой, ума, ты что, ты... Адя, Вась, вода что-то мутная, блядь. Она непрозрачная. Летёт, и летёт, и... Хрен его знает. Ну, жерлица бы с результатом, по-моему, здесь стала. Чебачка бы, если поставил, ага. Результат бы был. А стояла она вот здесь вот, блин. Вот тут вот. Блин, а там глубоко. Но она в пол воды, видать, стояла. Конечно, на солнышке. Но она, может, мы подходить стали, она, может, и опустилась. А потом отошла еще сильнее. Глубже, потому что она у меня здесь же потом, вот здесь вот, вот тут она у меня тутукнула. Зацеп. Покидаем. Короче, пили чай, ели сало. Минут 15 посидели. Ждем щуку. Она сколько не держится. Да, не хочет браться почему-то. Дядя Вася говорит, должна уже въебать вот сейчас после чая. Я говорю, посмотрим, что кого. Но вода не сильно мутная. Она, может, сама намутила тут. Мы ее пуганули, она, может, мутканула. Сейчас это не так мутно стало. Вот оттуда, наверное, мутят и гонит. Это же речушка или нет? Ну, Старица. Это с озера вытекает. Ну вот, муть. Ай. Ай-яй-яй. Thank you.
Ага, взялась. Отпустила, прикинь, опять. Она вот здесь, возле баллона, стоит прямо. Да, Вась, прикинь. Прям возле баллона стоит. Ее надо на протяжку, а не на отвес. Но сейчас не видно было ее. Вот так буду сейчас звонить, может, цепанет. На быстрой скорости. Так она зацепится, может. А муху не душат нахуй, мальку нахуй. Ну? Но муху не такие же, как у меня рыбешка эта. Небольшие. Но. Давай ты, блядь, нормально цепанись, а. Так, чайка бахнуть. За рыбалку, друзья. Сейчас. Дам на дно упасть. Она может вот так ходом и на берег выскочить. Запросто. Только она не хочет нихуя гоняться, она просто ртом ее берет, когда она рядом, и все. Ну, блядь, она хитрая. А кстати, крупные они спокойные почему-то. Вот они, блядь, вот запор стоит вот на киртове. Вот, сколько, я скажу, приходит, она, блядь, висит нахуй. На заборе? Ну, покрутится, покрутится, блядь, препятствие видите, разгоняется, блядь, и через запор нахуй. Ну так. С воды нахуй. Ну. И на сук нахуй, и, блядь, и пиздец проходит, она висит нахуй, блядь. Угу. О, как они, блядь, она только чувствует препятствие нахуй. Они лезут, хитро. Вот они через запор перепрыгивают нахуй. По идее, она сейчас на верхового чебака должна идти. Вот так вот сейчас мы его погоняем по верху. Может догонит, блядь. Хвост хорошо крутится, ёб твою мать. Её хорошо видно, это блесну. Ну? Должна она сейчас она где-то. Раздражает охуенно. Сытая. Да вода еще мутноватая, блин. Она бы ее издалека видела. Блин. У меня так весь чай остынет. Ребята, надо что-то тоже, блядь. Я в субботу, нахуй, блядь. Ну-ну. А чем-то, блядь, наебнулось, блядь. Угу. Всех машинки поломали, блядь. Ну, в одно время, наверное, покупали. Козырь и прижёл, а я говорю, а мне спиздили, говорит, на проводы.
Обалдеть. Машинку, говорит. А Зина пиздит, что там у нее проводку оборвали, нахуй. Ну? И тазики. У тети Зины? Ну, и тазики с бани, говорит, спит. У тети Зины? Ну. Ну, у них правда машинка сломалась. Это, подстригательная почему-то. Они сами в тару поехали. Ну, это, Зинка говорит, да. Моей говорит, нахуй. Ну, говорю, так я оборвал, нахуй. Ну, нахуя на мне эта проводка, нахуй? Тем более... Так а они где были? Охуя, да, проводку, нахуй. Моей говорит, чё, говорит, не караулила, говорит. Тазики спиздили проводку, говорит, оборвали. Я говорю, да кому нам нахуй эта проводка нужна, ёпта твою мать. Ну куда ты ее, блядь, намотаешь, ладно? Блядь, лапша, нахуй, алюминиевая. Блядь. Где же я ты, говорю, щука? Я говорю, блядь, сколько живу, блядь, в аренде, и бани не знаю, где даже у него, нахуй. А, типа ты оборвал? Да нет, ну, она не говорит, что я оборвал. Ну что пиздили, да. Так может они сами и забрали? Кто? Хозяева, бывшие. Ахуя, может быть, хрен его знает. Да я знаю, я его не грузил, нет. Так они давно уехали? Давно. Поди, дед не хотел уезжать вообще. Какого хуя он тут будет делать, блядь? Ну какого хуя он там будет делать? Конечно, не хотел. Куда поделать? Блядь, ну вода вообще мутная, особенно вот после лодки. Из-под баллонов, что ли, она мутится? Грубо говоря, здесь метр глубины. Как на зимнюю удочку поиграть с ней. Да она, может, маленько отошла. Хуй знает только, куда ее кидать-то. Кстати, друзья, вот весло видали, как сломалось? Видно, да? Да, так она видит. Ну, ёпта, у тебя тут хуйня. Чё? Тут, видишь, туда вовнутрь заходит. Ну этот его можно снять нахуй. Заклепка. Это заклепка. Нихуя не надо. Заклепка. У меня клепочник такой есть. Видите, друзья, даже на голову бабочки садятся. Это бабочка, пускай сидит. Ну, красивая бабочка, видите, у вас таких нет, это сибирские бабочки. Вот она какая. Классная. Ага. Чё, попробуем вверх? Ну, ладно. Вот отсюда его попробуем потаскать. Да, она могла вот метра два-три отойти от берега и встать.
Вода просто мутная, понимаешь, ей нужно к носу кинуть. Да она еще, может, на нее не хочет, раз укололась. Тут вон чебак, тут в речку. Заходи, нахуй, долби этих чебаков, не хочу. О, опять уебало. Прикинь, уебало. Да? Ага, вот здесь прямо. Сейчас вот сюда попробую. Прям под лодкой. Во-во-во, въебало, опустило. Опять слабо, вяло берет, прикинь. Вяло вообще, блядь. Раздражает, но... Говорю, блядь, наверное, зубы, блядь. Сейчас я попробую побыстрее тащить. Зубы шатаются, наверное, да. Так пасть ее не хочет хватать нормально. Сейчас надо ее поинтенсивнее тащить, чтобы она хлоп и успела зацепиться. Ага, взялась. Вот сошла, видел? Ну. Да, блядь, хвост видел? Реально, нахуй, трёха. Сука, блядь. Ёбаный в рот. Сука, я говорю. Трёха, нахуй. Ребята, я думаю, вы тоже видели. Вот она вот сюда куда-то ушла. Сейчас вот так попробую. Не тащить, а вот так. Блядь, чё за хуйня? Или на берег мне сойти, чтоб тащить поинтенсивнее? Ну-ка, стой. Дай-ка вот сюда отойду. Вот сюда вот встану, чтоб я ее... Хоп. Ты видел реально хвост? Видал? Но я железную блесну не стал брать, блядь. Чё-то не стал. Надо было взять на неё, бы она скорее цапнула. Здесь-то всего двойник стоит, а там тройник. И два тройника у меня стоит. Давай, зацепись, родная. Блять, опять здесь вот на третий раз только нормально взялась. На берег закинул. Надо и речи тащить.
чтобы она подцепиться успела. Сейчас такие всплески для привлечения. Где она есть-то, блядь? Чудовище, блядь. Блядь, ёбаный насос. Вот сука, а. О, жуть. Сейчас. Я в азарте. Ёбаный насос. А? Ну чебака может нахуярилась. Она, наверное, чебаков здесь нахуярилась с утра. А вечером или с утра бы она активнее была. С утреманчика, видишь, нахуярилась. Так, ну-ка сейчас сюда вот кинем. Или, блядь, ой, как там на черноземе поймали пискаря, да? Задрыпана у нас. Ёб твою мать, наводил. На 8 килограмм уебала она. Там пискарь пиздец ему, ну там медь обглоданы. Мёртвый, неживой, да. Ещё под лодку, блядь, я успел к берегу нахуй подгрести, да. Под лодку заебеть, да, вот так. Ну. 8 килограмм, да. Ладно. Похаваем. Друзья, смотрите, сколько ельца. Прям вот должны увидеть вы. Прям вот кишит. Сейчас приближу. Смотрите, это все елец. Ебать, там окуней штук 30 стоит, прикинь. Я, Вась. Окуней штук 30 стоит. Вот они, мальку, ебошек нахуй. Ну? Мальку поедают. А я бы с дроби туда сейчас сыпанул, и на уху бы чебаки были. Как думаешь, глушануло бы? А, девать? Я говорю, с дроби бы поднял их.
Видали, друзья, сколько ельца? Елец прямо вот он ходит, блин. Кстати, друзья, в меня сейчас клещ под мышку впился. Вот это вот окуньки, короче, стоят. Вот. Может, видно. Вот тут возле куста они прям на куст заплывают. И чурогайки там есть. Ну-ну. Ну-ну. Крупняк набрали, а это поплыло на... Вот она тут где-нибудь справа, где может стоять. Ну, конечно. Но мы проверим вечерком. Шарить начинаешь, как моряк, отодвигаешься. Думаешь, приплыла так? Или сползла? Так я ее первый раз здесь вижу. Она, видать, вот недавно. Но. Попробуй, держись за него. Че, она не расшевеливается? Не-не-не, надо было держаться, че не держался-то? Пилила. Да это мы пилили. А че ты, держись за бревно, держись. Вон к тому бревну подходи и затягивайся. Давай. Ну? Надо вылазить, ну это, перекинуть ее и все. Дотянешься? Нормально, ага?
Ну вот, сейчас я подниму мотор. Преодоление препятствия, друзья. Нам еще и насрал какой-то, сука, блядь, на лодку. Птица какая-то. Вы видали, какие вот, блядь, заторы? Но это еще самый малый. У нас было вот такое бревно. Хер обхватишь. Давай. Ты только меня не скинь. Да ты встань на ноги, дявась. Тебе грех стоять надо же, блядь. Тебе-то там возле берега хули не встать. Еще давай-давай. У тебя осталось только. Я-то уже почти все... Твою часть. Ты лучше ружбан отверни нахуй в сторону. Залазь. Залазь, залазь. Аккуратненько только. Аккуратненько, аккуратненько. Да. Забирай. Тела, конечно. Заебись, бабушка. Так, сейчас. Ходи. Листок какой-то, блядь, оделся. Я вот думаю, есть смысл нам выше плыть или нету. Там до деревни просто уже километров несколько остается. На Сильгана. Ну. Да им шагало. Ну. Может, километров 7-5. Может, просто тупо сплавимся сейчас вниз? Как думаешь? Пошли вниз. Иди туда. Маленько проплытись. Вниз? Вверх. Затору-то нету, блядь, проебись сюда. Ну. Смотри, леска дернется, упадет на дно. Вот упала. На носик, смотри. Упала. На носик, смотри. Вот упала. Сука, за что-то зацепился, блядь. Ёбана в рот. Подожди, подожди, подожди. Отступил. Ага. Трава ебучая. Твоя мать, какой таравачек. Растет нахуй. Да, она, видать, старая. Я хуй знает, есть у нас смысл вверх плыть или нет. Как думаешь? Сейчас, стой, дай заебеню спиннинг на место. Так, рюкзак убери. Можно ли попить? Шиша. Это можно, ага. Поломана она, как бы оторвана. Макушки не видать. Лось ест крапиву?
Ну-ну. Мне вот просто интересно, в крапиве в этой, блядь, есть клещи, нет? 8.04. А мы поплыли 6:30, ага. Оттуда, от омута, 6:30, да, поплыли? Ну, значит, 1.5 часа гоняем. Ну, а вчера мы еще даже и не выплывали в это время. Сейчас, стой. Бобра нашли. Затухшего, короче. Тухлый бобер. Лежит, воняет. Хвост прям такой. Ну, килограмм, наверное, он 22 где-то весит. Вот этот бобрик. Короче, кто-то его видит. Угу.